Привет! Вы на канале Фанни Йоркширский Триет. И сегодня мы будем распаковывать наушники Samsung Plus. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Наушники я получила где-то 2-3 недели назад при покупке телефона Samsung с21 плюс. Не распаковывала их, так как ждала чехол с Алиэкспресса. Заказала я вот такой вот чехол в виде камушка. Он пошел на этой неделе. Не хотела я их распаковать, потому что, когда у меня наушники были попроще, и я несколько недель носила их без чехла, они сильно обцарапались. Поэтому я решила дождаться чехла. Ну что ж, приступаем к распаковке. Мне очень нравится, как упаковывают свою продукцию фирма Samsung. Очень красивые коробки наушники. Похожие были у меня и часы. Открываем коробочку. Наушники вот в таком боксе, в котором их нужно и заряжать. Тут идет место для кабеля, для зарядки. Вот сами наушники вот такие вот красивые. И что же идет в дополнение? Кабель для зарядки. Тоже с большим разъемом, как и у часов. И еще идут сменные резиночки для наушников. Их аж 4 штуки. Чехол мне понравился. Очень красивое сочетание цветов. Скорее всего, я закажу еще несколько в других оттенках. Я люблю, когда у меня есть разные чехлы, и я их могу менять. Также на телефон у меня всегда не один, а несколько. Сейчас я буду дальше снимать на старый телефон, так как мне надо наушники соединить с телефоном. Так как наушники оказались разряженные, прежде чем соединить их с телефоном, мне пришлось их поставить на зарядку. Как видите, вот идет зарядка. Индикатор горит красным цветом, так как наушники разряжены. вот наушники заедились где то за полчаса индикатор горит зеленым цветом как я соединяла телефон и соединяла телефоны наушники я снимать не стала так как каждый это умеет сделать сам видео я свое не заканчиваю попользуюсь наушниками где то две недели и расскажу как они мне понравились или не понравились в использовании где-то полгода назад я начинала снимать видео, что получила в подарок к телефону наушники той же самой фирмы. Телефон у меня фирмы Samsung. На данный момент наушники заряжаются. Когда индикатор станет зеленого цвета, то наушники зарядятся. Я могу целый день слушать музыку или новости, и мне наушников хватает на целый день, не заезжая. Но мне приходится где-то раз в пять дней заезжать бокс. Если же я смотрю видео, когда еду с работы или на работу, или слушаю музыку, где-то 2 часа в день, то я вообще наушники могу не заезжать 2-3 недели. Вот так вот выглядят наушники. Они хорошо держатся в ушах, не выпадают из ушей. Так как когда у меня были наушники другой фирмы, я их постоянно теряла и мне их приходилось искать. Правда, с одного наушника я потеряла резиночку, но так как в комплекте шло 4 дополнительных резиночки, я ее просто заменила. К наушникам я покупала два чехла. Один такой вот в виде камня. Он оказался очень ненадежный, и где-то через две недели он сломался. Второй я покупала вот такой вот силиконовый. На сайте он мне не внушал доверия, но все-таки я заказала, чтобы поберечь сам бокс. Этим чехлом я уже пользуюсь где-то 5 месяцев. К чехлу шел вот такой вот брелок. Но с брелка я потеряла синий шарик, а так чехол очень хорошо держится на наушниках и я довольна чехлом. Поэтому думаю, что скоро еще какой-нибудь силиконовый чехол закажу. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался. Ставьте нам лайки, а мы с вами вас очень любим. Желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео.